Химико-технологический факультет ТВГУ масштабным флешмобом отметил День химика. Яркое представление с участием студентов, преподавателей и известного тверского артиста прошло у стен одного из учебных корпусов вуза. Мероприятие посетила и наша съемочная группа. С места событий Никита Васильев. Поехали. Мы все разные, но дверь у нас открыта. Вот так весело и задорно под знаменитую песню Дмитрия Седова студенты химико-технологического факультета Тверского государственного университета праздновали свой, в общем-то, уже профессиональный праздник. День химика-студиозуса решили отметить ярким флешмобом с танцами и песнями, надев, разумеется, белые халаты. Руководство факультета, в свою очередь, наградило лучших обучающихся. Акция была совместная с Тверским отделением Фонда мира. Председатель Тверского отделения Фонда мира Сергей Николаевич Рогозин выразил благодарность вот этим отличившимся студентам за организацию и проведение торжественного мероприятия, которое было посвящено 60-летию международной организации Фонд мира. В этом году химико-технологическому факультету ТВГУ исполнилось 19 лет. Сегодня это один из ведущих факультетов вуза. Важнейшей формой деятельности преподавателей, аспирантов и студентов химико-технологического факультета является участие в научно-исследовательской работе. Ежегодно его представители выигрывают гранты, побеждают на различных научно-исследовательских конкурсах. Факультет готовит будущих специалистов сразу по нескольким направлениям. Студентка третьего курса Виолетта Веролайнин выбрала химию. Девушка признается, что учеба на химтехе дала ей очень много. И уже четко осознает, где хочет работать после окончания вуза. Либо криминалистам наш факультет предоставляет такую возможность, либо в фармацевтической какой-нибудь фирме, лаборатории, то есть делать различные анализы, какие-то пробы брать. Вот, то есть, а таких мест у нас в Твери очень много. Также есть завод в Клину. Думаю, очень много мест, где пригодится моя специальность. Финальным аккордом праздника стал запуск в небо десятка воздушных шаров. Впрочем, расслабляться студентам-химикам еще очень рано. Впереди у них пара зачетов и экзаменов. Впрочем, как и у студентов других факультетов.